Ультразвуковой увлажнитель воздуха Atmos 2720 использует принцип ультразвукового распыления воды и рассчитан на увлажнение помещений площадью около 40-45 квадратных метров. Изделие имеет оптимальный для любого интерьера кубический дизайн и цифровой LED-дисплей. Вращающийся на 360 градусов двухкомпонентная форсунка распылителя и боковые защелки водяного резервуара для удобства перемещения прибора значительно улучшают его эксплуатационные свойства. Картридж для умягчения воды с инообменным наполнителем предотвратит появление белого налета на предметах, окружающих увлажнитель. Atmos 2720 имеет широкий набор функций и режимов, которые только возможно реализовать в приборах данного типа. Постоянное отображение текущей влажности на дисплее, холодное горячее испарение, пошаговое изменение мощности испарения, автоматическая поддержка заданного пользователем процента влажности, несколько интеллектуальных режимов управления, программируемый таймер и ночная подсветка. Реализована звуковая сигнализация и автоматическое отключение прибора в случае недостатка воды в резервуаре. В приборе применяется надежный изолированный трансформатор, способный безотказно функционировать в течение 10 лет. Использование специального алгоритма изменения частоты реализовано в принципиальной электрической схеме прибора. Позволяет снизить энергопотребление до 50%. Увлажнитель воздуха Atmos 2720 относится к типу ультразвуковых приборов по увлажнению воздуха. Это новый принцип области увлажнения воздуха, который позволяет достигать большей мощности с одновременно низким уровнем шума и энергопотребления. В изделии используется пьезокерамический элемент преобразователь, который способен преобразовывать электрическое напряжение высокой частоты в механическое ультразвуковые колебания.